Сделать большой шаг веры, чтобы осуществить что-то новое и рискованное. То, чего вы никогда не делали раньше, всегда бывает страшно. Точка невозврата всегда предполагает риск, необходимость выйти на новую, неизвестную территорию и выполнение задачи, которая кажется неосуществимой. В этот момент не остается ничего другого, как только повиноваться Богу и выполнить Его повеление. Эта книга будет полезна каждому, кто хочет стать лучше во многих областях своей жизни. Она предназначена для тех, кто решился изменить свою жизненную позицию, сделать что-то значительное, подняться выше, идти вперед и оставить точку невозврата позади. Скачайте электронную версию книги пастора Рика Реннера «Точка невозврата» бесплатно на сайте igc.org.